буквально в течение нескольких ближайших дней, да, мы планируем открыть 25 ресторанов в Москве, 15 ресторанов на территории Ханты-Мансийского автономного округа, а потом мы откроем и все наши оставшиеся 26 ресторанов Московской области, да, в течение мая. Просто интересно было узнать, как старый ресторан KFC преобразили в Ростик. Что тут нового появилось? Но я посмотрел, сейчас бегала, ничего нового. Просто новое название и все. Сотрудники дружелюбны, но так же, как и до этого. То есть, в принципе, разницы между KFC и Ростиксом я не ощутил. Все полностью рецепты в нашем меню сохранены. Полностью все. А если вы сейчас пройдете, посмотрите, то технология и те блюда, которые мы готовим, они полностью повторяют меню KFC, и это большой плюс, потому что в рамках нашей договоренности с Yum Brands мы поддерживаем две франшизы с одинаковыми рецептами. Поэтому вы, надеюсь, вообще не сможете отличить вкус. Ну, возможно, чьи-то руки были другие, но рецепты всегда одни и те же. Они так что крылья будут такие же острыми. Мы продолжаем работать с теми же поставщиками. Поставщики, ну, скажем, 99% это российские поставщики. И самый главный продукт, который является там сердцем нашего продукта, это наша курочка. Это все продолжают поставщики работать с нами.